Здоровые шалуны. В каждой игре есть редкое снаряжение, которое доступно далеко не каждому игроку, и БДМ в этом плане не исключение. Сегодня речь пойдет о предметах, которые нельзя приобрести ни за какие средства, даже за крупный донат. На шанс их получения влияет исключительная удача, и более чем за 2,5 года игры никто из игроков Глобала и вроде как даже Кореи не смог похвастать ни одной из этих вещей. О каком снаряжении идет речь и о местах его получения мы сегодня с вами и поговорим. Но перед началом просмотра не забывай выполнять ритуалы Ютуба, так как сейчас только ваша активность мотивирует меня продолжать снимать ролики по игре. А теперь, как всегда, приятного просмотра. Вот, потому что Ревизарио, который человек, блядь, там как его, я хуй знает, там страж с плюс 12 не может убить, блядь, Булик. Итак, речь пойдет, конечно же, о снаряжении опустошения. К сожалению, на просторах интернета информации о некоторых его частях крайне мало, а то и нет вовсе. Так что будем исходить из того, что есть. На данный момент в игре вы с помощью мифической удачи можете получить ботинки, броню, шлем, а также алхимический камень опустошения. Сейчас посмотреть характеристики всей брони вы можете на бирже. Как видите, хаос, заточенный на плюс 7, уступает дефолтному снаряжению опустошения более чем на 500 единиц боевой силы. Смущает, правда, то, что резонанса на данное снаряжение нет. Возможно, оно скрытое, а если отсутствует, то хаос так или иначе будет выгоднее. Но, как и сказал, инфы про это нигде нет, в том числе и на официальном форуме и патчноутах. Так что лишние догадки мы строить не будем. Разберем теперь способы получения. Доспехи опустошения можно взять в древних руинах. Ботинки можно получить за Райтона в пустыне, а вот про шлем инфы и вовсе нет. Опять-таки, по слухам, он падал в какой-то старой локе, но после патчноута его убрали. Если кто-то застал Палеозой в БДМ и его что-то помните, то можете написать, в какой локе он именно выпадал. И последний, на данный момент самый жирный элемент снаряжения опустошения, это алхимический камень. Падает он на пути славы и в сундуках Черного Солнца. Мне написали несколько человек, что на Глобале данные камни вроде как у пары игроков имеются. Их преимущество в том, что они дают характеристики больше, чем буханка в точную на десятку, не говоря уже о крите в плюс 50%. На данный момент это, пожалуй, реально осязаемая вещь из всего сета опустошения. Еще вроде как до конца года нам ведут кольцо безумия. Думаю, его тоже авансом можно приписать к редкому снаряжению, так как данное колечко будет призывать маскана, атакующего противников. Характеристики его еще не раскрыты, но думаю, там нас тоже ожидает что-то особенное. И напоследок, лично от себя скажу, что скорее всего снаряжение опустошения будет добавляться, и будут добавляться новые способы его получения. Так как однажды, когда большинство игроков будут ходить в хаосе, заточенным на плюс 10, планку боевой силы так или иначе придется поднимать. Но пока что это все, что известно на данный момент по финальному снаряжению в игре. Не забывай выполнять ритуалы Ютуба, а также писать комментарии. Также у меня имеется Discord канал, ссылку на который ты найдешь в описании под видео. Спасибо за внимание, я кончил.